Так, второй генератор сюда. Ну, меня последний раз снесли, когда с под текстур воевали. Не знаю, эти козлы еще играют, варк не играют. Блин, я честный игрок, я честный игрок. Когда я играл на чисто марке, честный игрок. Говоря, не скажу, что меня такое бесит. Меня этих дверей случайно надел 20 штук, так что... Так, 10 тысяч мне хватит. До пенсии, блин. Сервер раньше сляжет. Точнее, закроется, чем оно кончится. Так, этот козел, который здесь был и меня атаковал сквозь стены, вероятностью 90% будет делать то же самое. Ну, блин, вот этот вот прибор ночного видения не всегда очень хорошо помогает. Скорее всего, наоборот, вредит сильнее, чем помогает. Так, мне надо установить порядка 40 минимум турелей для безопасности хоть какой-то. Будет нормально. Так, фундамент поставили. Давайте-ка немножечко строечки, думаю, не повредит. Я не то поставил. Блин. А, дядя Вася. Молодец. Ой, я ущел. Ущел. Так, ладно. Поставим тогда тут. Ага. Сделал, называется. Строитель от бога, блин. Точнее, как там назвать? Сдаватель тогда. Так, ну эти моменты я упущу, потому что это вряд ли будет интересно, зарядка турелей. Кстати говоря, сейчас смотрю, и что-то как-то любопытно становится. А где турели в области? А, значит, это опция должна быть такая. То есть во всех остальных группах, где я играл, там была опция, типа, только 100 турелей можно было. А здесь, значит, можно их напихать, пока харя не будут трещать. Я воспользуюсь, кстати говоря. Даже под водой ветер слышно, любопытно. Так, то? Да, то. Фу ты, блин. Так, тут, наверное, цифру 1 давай поставим. Потом еще я воткну сюда пилары. Все стека, правда, делать не очень-то мне нравится. Идея такая себе. Может, надо было наоборот, я вот не знаю, сейчас Foundation. Если, к примеру, его возьму, что разрушится. Иного дела. То есть нам нужно другому делать, да? Нужно, по сути, вот дает. Время прыгать. Ага. А если Foundation потом, блин, C++ как-то все сложно довольно-таки. Ну, вариант, конечно, так себе, но имеет место быть. Так, тогда это все убираем.
Солома есть. Сейчас сделаем. Почему? Ладно. Так, где эти дурацкие пистолетики? Турет. Репэйр. Вентилятор, чё? Вроде это, да? Ремонт. Сейчас проверим. Этот не тот. Ты чё, покраскать? Эй, боже. Так, давай ставься. Ну хорошо, с модом S Plus хотя бы можно подбирать. Я как вспомню, на ванильке как с этим геморройно было. Поставишь не так, еще не подобрать, потому что ни хрена не подлезть, ёшкин ты. Это к вопросу о том, почему я больше не играю на ванильке. Слишком много геморроя. Неоправданного. Хотя было бы довольно, конечно, интересно, если бы на всех серверах были рейты X3, X5 максимум. Серверов тоже много, но там один не поиграешь. Тебе надо быть с командой, к команде привыкать. И опять их приколы, которые не в тему. Когда ты приходишь работу, особенно, блин, со своими проблемами и тараканами в голове. Объяснять кому что зачем, ни хрена не хочется. Так, ставься. Что? Нормально. Потом это все пиларами укреплю. Да ёп. Да, под водой строительство, конечно, довольно-таки геморройное занятие. От зараза. Ну вот, что ты здесь стало-то, а? Так, все, в порядке. Там у нас как дела? Здесь надо убрать. Да поставить. Да, молодец. Так, все, хорошо. Теперь же пойдет быстрее. А, забавно. Ой, почему только не на пиларах? Это самый безопасный вариант. Вообще, самый безопасный вариант это вот с таких вот дверей сделать, если честно. Но, блин, дверей столько понадобится, что это ж капец. Самая большая, да? Отлично. Смотрю краем глаза, как вес падает. О, мне это уже нравится. О! Это уже другое дельце. А теперь...
Ага, мне надо здесь обычные строить. Так, будем так делать или нет? Но это я потом уже подумаю, прикину, стоит делать или нет. Где у меня обычные? А, маловаты будут. Будут маловаты, увы, ах. Давай, я в тебя верю. Оставься же ты. Не хотеть, слушай. Почему здесь опора? Так, стоп. С юмора я не понял. А, вообще можно вот эту тут ямочку оставить и самому выплывать. Да? Ага, скатал губенку. Так, вот так вот оставим. Давай сразу дверку сюда. Вот так вот. Ну, по-моему, более-менее оптимально. Тут когда у дверки. Так можно поставить их. Не могу подобрать что-то. Вот какого хрена-то, а? Так, стоп. А, теперь нажимаю. Я бы сказал пару слов, тут перенажать надо. Может, починят потом. Знаете, всегда было интересно, как я играл раньше без мода S+. Банально. Почему разработчики не ввели нормальный, простите меня, нормальный режим? Можно было спокойно, как говорится, подбирать структуры. А не этот, блин. Нахрен нитизм. О, двойные стены будут, тоже неплохо. Я смогу выглядывать так, пострелять по кому-нибудь. Ладно, это уже мечты. Такие себе. Маленькая, маленькая она. Нет, это не XL-ка. С другой стороны тебя подбирает она, да? Понишь? Да, с другой стороны, кстати. Каким макаром они вообще ставятся, не то объяснить. Не, ну смотри зато, как красиво получается. Не знаю, кто не догадается, если будут рассматривать. Но у соседа, к примеру, по-другому. К нему я сейчас не поплыву. Слишком загружены всякими вкусностями. Тебе надо, пожалуй, гаражные ворота. Там морда уже, ряха не влазит. Так. Зашел на сервер. Надо посмотреть свои нычки. Не могу понять, уничтожено или нет. Это возьмем. И не пока все восстанавливать. Просто жутко, честно говоря, лень. Ладно, сейчас посмотрю, где нычки, и попробую немножечко нервы попортить нашим ребятам.
Алина, как мне ты сейчас... В общем-то, решил проверить, жив ли Мозик, били его или нет. Что там... Не пойми что. Вероятнее, конечно, все его убили. Ребята здесь прочесывают каждый уголок. Довольно даже любопытно. Да, они уничтожают все и у всех. Вот это забавно, кстати. Ох, надо искать их невоздушную базу. Сейчас этим опять займусь. Блин, ну жалко, что карта дебильная, открывается не так, как я хочу. Да, хотеть не вредно. Вредно не хотеть. Значит, убили. Жалко, жалко. Кстати, игру уже перестала откидывать. Тут опять начинаются вылеты сервера, блин. Опять откидывание. И тамит Нидхогов, блин, уже задолбало в корень. Может, томление Нидхогов, блин, такую вот хрень вызывает. Я просто уже даже не знаю, что думать. Без вариантов абсолютно. Ладно, пойду-ка я тут разведку проведу, может, и найду их базу наконец-то. Кера не нашел, то под руку подвернулась. Вот так вот и проверяю я, кому интересно. Я не знаю, как тут вообще их искать, если они в воздухе построились. Только чисто случайно наткнул. Я потом под водой, конечно, проверю. Но даже я, блядь, ума не предположу, где реальных искать. Там как меня найти невозможно, так и их невозможно. Вообще пустота тут полная. Абсолютно полная здесь пустота. Все-таки они приручают Нидхогов пачками. Ну, неважно. По сути, честным и честным путем. Единственное, что меня до сих пор поражает, им никто звездюлей не может ставить. Что это за звук сейчас был? Это что, мне об опасности предупреждают? А, прикольно, слушай, не знал. Но я с этим датчиком-то никогда и не летал толком. Так, полетели-ка.
Может, в пустыне где-то они поселились? Блин, давай проверим. Вот пустыню я вообще не проверял, если честно. А, это, кстати, вот новые части пустыни. Вот это вот я здесь шатался, бродил. Здесь, кстати, вроде говорили, пещерка есть, в которую можно забраться. Там неплохо держать оборону. Так, ты мне не интересен. Давай-ка пустыню реально проверим, потому что у меня такое впечатление, что они реально в пустыне засели основной базой. Ну, возможно. Но если они в воздухе нет, друзья. Хрен знает, как это искать. Здесь надо быть админом только, чтобы знать, где это находится база. Потому что у меня две базы на разной высоте. В принципе, одну можно найти случайно, если вторую вообще никак. Она в таком месте, где не то что не летают. Ну, специфические места. О, опять тамят. Сколько они их уже натамили, мне интересно. Эх, ну ладно, надо потом дельфина будут приручить. Блин, ну, я не знаю, как реально вот это вот найти ихнюю будку. Я уже запарился. Так, ладно, я сейчас уйду на паузу. Если чё, то включу запись. Видите, что творится? Пару раз опять игра вылетала, и почему-то они постоянно... Да, я помню то, что это с этой овцы выпадают вот эти вот кубики промовские. Но весь прикол-то не в этом. Весь прикол, где они тамят такое... Интересно, их замораживать можно? Животных здесь в этот маяк ложить нельзя. Ничего, весь сервер хотят нагнуть, что ли? Просто раньше как люди делали вот этих промов? Они, да, их набирали много, но они хранили где-то все в секретных местах или на базе. О, у меня нагрузка видеокарты 68%, ни хрена себе. Клево. Так, ладно, давай-ка я сейчас полечу и проверю свою последнюю теорию. Есть тут у меня одно предположение, где они находятся. Я видел промо этого. И он двигался вот туда. Ну-ка.
Правда, с такой скоростью могут строения не загружаться. Но я смотрю, вроде в арке тут нормально, уже починили наконец. Да, починили. Так, ладно. Сейчас я еще полчасика покатаюсь и буду думать, чем заниматься. Наплодить мозиков, поставить на них турки я могу. Это... Скажу, что так прям, блин, ах-вах, интересно. Это немного даже удручает. Здесь было вчера человек 30. Ну, выходной был. Смотри, никто здесь вообще жить не может поселиться. Это просто тупая жесть. Весь прикол, что ты гига встать из крыши хреначит. Тоже такого имбалансного монстрика придумали. Но есть одно еще местечко. Я вот не знаю. Можно проверить. Оно находится в пещере. Там вообще редко кто селится. Я вот сейчас туда хочу сплавать. Ценить. Есть там кто или нет. Просто в воздухе я даже свою базу не могу найти. Летал по тому маршруту, где она была. Весь прикол в том, что с такой скоростью, когда летаешь, просто нифига не отображается. Искать кого-то в воздухе, это я не представляю, каким макаром надо. Так, поминай, блин, где эта пещерка. Есть просто шанс, что они именно там поселились жить. Тут два места есть, одно под водой в пещере, то есть можно укрепиться так, что тяжело будет пройти. И сама пещера эта туманная, дурацкая, вот не знаю, ее пофиксили или нет. Там пещера тумана, там вообще нифига не видно. Я там пробовал как-то строиться, это просто жесть. Так, у меня броня хоть какая. Так, там дальше конечный коридор, тоже надо проверить. И вот здесь у нас пещерка эта дурацкая. Выход наверх был, или это влево мне надо было, точнее, направо надо было чесать. О, нет, туман этот узнаю. Походу, иду по правильному направлению. Да. Как можете видеть, мне сказать, ни хрена не видеть. Ну, давай попробуем здесь прочесать территорию. Если и здесь их нету, под водой я еще раз проверю. Аем.
сомневался-то, а? Остается только дельфина приручить. Да, они, скорее всего, в воздухе, раз только нет хогов, приручили. Но, блин, здесь в воздухе, конечно, никого не найти. Я говорю, на большой скорости, вероятнее всего, искал просто все впустую, потому что не прогружается просто построение. Я пролетаю мимо, даже свою базу не мог найти. Когда медленно уже полетел, нашел. Здесь два яруса, кто не в курсе. Давай верхний проверим. Вот. В пещерке, конечно, это хорошо ныкаться.